140-летие выдающегося музыканта Кенена Азербаева отметили в Астане. К юбилею народного ахына приурочили республиканский конкурс традиционных исполнителей «Минс Йемен Халкмда». В творческом смотре, организованном родными заслуженного деятеля искусств, при поддержке Министерства культуры и информации приняли участие 25 молодых артистов. Половина из них прошла в финал, где определят победителя. Он получит приз в 700 тысяч тенге. Отмечу культурные мероприятия, посвященные юбилейной дате, в этом году проходят почти во всех регионах страны. Мероприятия начались в Алматинской области. Мы провели творческий конкурс в школе имени Кенена Азербаева. Далее отправились в село Раимбек-Баба. Затем на малую родину поэтов Кордай. Были в Таразе, Казгурте, Актубе. Ну а главный особенность конкурса в том, что здесь не выступают профессиональные музыканты. Мы дали шанс начинающим исполнителям. Они получили возможность выйти на большую сцену, показать свои способности, познакомиться с единомышленниками и, конечно же, популяризировать казахские народные песни.